Дорогого сувидаю, дорогие друзья, что ни одно из этих предприятий, пусть они там получают удостоверение СРО, не готовы. Если из этих, значит, взять вот эти вот дорожные предприятия подрядчиков, которые хотели бы участвовать, я знаю, что купили асфальтоукладчик, купили погрузчик, купили самосвалы и в бой. Самое главное – это знание в голове. На сегодняшний момент вот таких корифеев дорожного строительства в городе Нижнем Новгороде я, откровенно, не видел. Вот те предприятия, которые занимались раньше автостраду, Рубикон, я думаю, что они себя исчерпали и тоже занимаются отмыванием денег, не более того.